Приветствую, друзья, у себя на канале, и сегодня продолжение темы Навального. Очень хорошо, что Алексей Навальный все-таки пришел в себя и уже сделал первый пост у себя в Инстаграм. Это очень хорошо, как я и сказал. Пожелаем Алексею скорейшего выздоровления. И сегодня был еще один пост о том, что он уже начал ходить. Да, на лестнице. Вот эта фотография. И давайте посмотрим. Вот, Алексей идет вниз по лестнице. Видно, что он похудел. И также обратите внимание, что у него на руках перчатки. Зачем у него на руках перчатки, я не знаю. Но перчатки есть на руках, зато нету маски. Также, ну, обувь его странновата, если честно, как для меня. В больнице я понимаю, что можно ходить в чем угодно, лучше в ботинках. Но обычно для этого существуют тапочки в больницах. Кто лежал с этим, всегда сталкивался и наверняка знает. Но я не только на это обратил внимание. Все-таки Данила Поперечный. Данила молодец. Хорошо сказал. Не отнять. Предмет разговоров по Навальному один. Путин не Путин. Да. Как бы и за ту теорию очень многое, и за ту отравить Навального Владимиру Владимировичу, ну, странная история. С другой стороны, это звучит как будто опять, типа, царь хороший, бояре плохие. И учитывая то, как в телеграм-каналах про кремлевских сейчас все нализывают очко Путина и как раз используют риторику, что да Кремлю невыгодно было бы его сейчас травить. Вы помните, вот здесь было видео, где обнаруживают бутылки, и потом Маш сливает видео, как эти бутылки вывозят из России. То есть, давайте немножко вернем хронологию событий. Итак, господин Навальный уезжает из гостиницы и едет в номер. Номер его не убирается. В гостинице остается все, как и было. Это мы видим на видео, которое показали сторонники Алексея. Итак, самолет, он садится и летит. Ему в самолете становится плохо. Мы же все помним об этом, что ему стало плохо там. Так, ему становится плохо, и там принимаются экстренные действия для того, чтобы развернуть самолет и посадить его в ближайший аэропорт, в ближайшем аэропорту. Ближайший аэропорт это оказался Омск, но, бинго, аэропорт в Омске оказался заминированным. Заминированным, то есть кто-то позвонил в аэропорт для того, чтобы предупредить о минировании, значит, самолет не мог там сесть. Но в итоге это оказалось ложной информацией, и самолет садится именно в Омске. Сторонник Алексея, его сотрудник фонда ФБК, вот что говорит в передаче с Любовью Соболь на Навальный Лайв. Давайте послушаем. А, ну смотри, это было 20 число. Алексей улетел 20 числа, а мы с коллегами должны были лететь 21. У нас там было достаточно много дел, надо было сделать подсъемки, полетать на дроне и сделать вообще много всего, что мы обычно делаем для видео. А, чтобы это все было в видео. И 20 числа мы были на завтраке в гостинице «Ксандр», который, наверное, уже все знают. И это было, ну, наверное, ну сколько, 9 утра, может быть, 10 утра. И я, как известный авиагик, просто смотрю в телефоне, где летят ребята. Ну, что, ну, просто интересно, просто постоянно это делаю. И без какой-то особенной цели. И вижу, что самолет внезапно разворачивается и садится в Омске. Ну, я без всякой задней мысли пишу Кире, ну что, типа, как Омск, видимо, ну, самолет сел, потому что, не знаю, сработал какой-то датчик в туалете, и таким образом самолет не смог лететь дальше. На что Кир мне отвечает, что все плохо, Алексей без сознания, и, судя по всему, он отравлен. Ну и мы в гостинице, и что мы сразу должны делать? И... Ну вот смотрите, вот вы уезжаете, да, вы уезжаете из гостиницы, выписываетесь, а остаются там ваши сотрудники для того, чтобы что-то делать. Ну и так, ты сидишь и думаешь, дай-ка я посмотрю, где самолет с Алексеем. Давай я проверю, где же самолет, где он уже на небе. Ты все время это проверяешь, и потом, оба-на, ой, а самолет развернулся, значит, Алексею стало плохо.
Не иначе, никому другому на самолете не могло стать плохо, только Алексею. И что ты начинаешь делать? Ты начинаешь возвращаться в гостиницу для того, чтобы... Что? Собрать улики. И звонишь адвокату. Ну, мне интересно просто, если номер уже был знан, Алексей оттуда выехал, и спутница его тоже выехала, то почему их обратно пустили? Ну, вот, ребята, вот вы в гостиницах бывали? Бывали, да? То есть ты выписываешься с гостиницы, сдаешь ключ и уезжаешь. Ну, так было у меня, по крайней мере. И вдруг я что-то забываю. И для того, чтобы мне вернуться в номер, мне нужен опять ключ. Ну, так получается. По-другому ты в номер никак не попадешь. Почему администратор их пустил? На каком основании? И вы же сами слышите, что администратор здесь на видео говорит. Если вы что-то хотите забрать, через полицию, мне сказал директор сейчас. Ну, к сожалению, не можем подчиниться этому требованию. Бутылки никто не трогал руками? Нет, нет. Только в перчатке. Если вы хотите что-то забрать, то через полицию. Об этом говорит директор. Ну, они на все это наплюют и делают свое дело, несмотря ни на какие наставления. То есть они точно знали, что они делают. Ну, это правильно. Молодой человек отвечает ей, мы не можем подчиниться этому требованию, поэтому мы не будем этого делать. А бутылки никто не трогал руками? Отлично. Почему они, сука, без масок, я не понимаю. Но ладно, это не наш предмет разбора полетов. И да, если вы знали, что обычно, когда я возвращаюсь в гостиницу, я всегда звоню адвокату. Ну, я знаю, о чем будет идти речь. Правильно? Спасибо большое, Любовь Соболь, за то, что она пояснила, что у команды очень большой опыт по сбору улик. То есть они уже знали, что его отравляли боевым веществом, ядом. Это да. Только так. Никак не иначе. Согласен. Обычно да, обычно когда вот я кого-то в самолет отправляю и потом начинаю проверять, где он. Интересно, ну интересно, а что, я все время так делаю. Ну, нет, я делаю только тогда, я так поступаю и делаю только тогда, когда понимаю, что рейс задержан, рейс отменили или происходит какой-то форс-мажор. Так? Так, тогда я отслеживаю рейсы, а так нет, не отслеживаю. Зачем мне? Уехал человек, улетел, прилетит, даст тебе сообщение, что он долетел, с ним все в порядке. Такие правила этикета, но может у вас по-другому. Это было, ну, наверное, ну сколько, 9 утра, может быть, 10 утра, и я, как известный авиагик, просто смотрю в телефоне, где летят ребята, ну, что, ну, просто интересно, просто постоянно это делаю, и без какой-то особенной цели, и вижу, что самолет внезапно разворачивается и садится в Омске. Ну, я без всякой задней мысли пишу Кире, ну, что, типа, как Омск, видимо, ну, самолет сел, потому что, не знаю, сработал какой-то датчик в туалете, и таким образом самолет не смог лететь дальше. На что Кир мне отвечает, что все плохо, Алексей без сознания, и, судя по всему, он отравлен. Ну и мы в гостинице, и что мы сразу должны делать? И первая наша мысль... Ага, то есть ты следишь за самолетом, и потом внезапно он разворачивается и садится в Омске. Да, ну я именно так и поступаю все время. Объяснение, что он написал Кире с благополучной посадкой, отличная, но так обычно и поступают люди. Да-да, ну и тут же, когда ты узнаешь, что человек, который был с тобой недавно рядом и улетел в аэропорт, и улетел домой, внезапно ему становится плохо, он садится в Омске, ну и первая мысль это такое, да, его отравили, он абсолютно здоровый человек, только так. Шукири, ну что, типа, как Омск, видимо, ну... Самолет сел, потому что, не знаю, сработал какой-то датчик в туалете, и таким образом самолет не смог лететь дальше. На что Кир мне отвечает, что все плохо, Алексей без сознания, и, судя по всему, он отравлен. Ну и мы в гостинице, и что мы сразу должны делать? И первая наша мысль, ну, конечно, это отравление, потому что, ну, мы знаем здоровье Алексея. Он, в принципе, достаточно здоровый человек, и он... Без какого-то внешнего, ну, да, сильного физического воздействия его не могло стать плохо, потому что это бред про какой-то диабет, падение сахара и так далее, потому что Навальный, как я многократно говорила... Любовь Соболь вмешивается и поясняет, что человеку внезапно плохо не может стать.
Ну так, он железный, бог, можно сказать. То есть у вас не может не упасть давление, вам не может стать плохо. Ну, так бывает, хотя в самолетах люди теряют сознание. Бывают такие случаи, да, да, бывают. Но не с Алексеем, то есть такого случая не могло произойти, согласен. Ну вот, вот видите, вот вы не знаете, что с Алексеем, вы не знаете, что искать и как, чем его отравили, но тем не менее вы собираете все улики, вы знаете, что его травануло ФСБ, и, ну или кто там, контрразведка, или кто следит за Алексеем. И, конечно же, собрали все улики, которые нужно было, и особенно бутылочки. Ну вот обычно, да, то есть вы когда узнаете, что у вас человек траванулся, его травило ФСБ, у вас тут же под рукой пакеты герметичные, перчатки и все остальное, да, то есть, ну, по-другому вы из дому не выходите. Ну, лично я так и делаю. То есть, глупая ФСБ, которая отравила Алексея Навального, дождалась, чтобы он уехал, ему стало плохо и подурновело, он сел в Омске в больницу и не уничтожила никаких улик. Угу. Да, они все-таки оставили. А что спешить? Они же не знали, что ему плохо станет вот именно там. Они же думали, что он вообще может окочуриться. Эх, больницы в Омске, врачи вместо того, чтобы его спасти, ничего не могли сделать и анализы не нашли. А еще у Алексея бурлила кровь. Вот поэтому никакие анализы, ничего не обнаружили, никакого новичка. Но в Германии его нашли. Отправили на экспертизу. А у нас, ну, там были какие-то пакеты, куда мы герметично все упаковывали, упаковывали бутылки, вплоть до баночек для душ, ну, в общем, все, что можно было. Мы хотели забирать постельное белье, но тут уже администрация гостиницы просто буквально легла на эту кровать, чтобы никто ни в коем случае не смог ничего забрать и помешал нам это сделать. Но, тем не менее, вот какие-то предметы. Вы были там предметы. С адвокатом, вы были там мы вызвали адвоката местного, в перчатках, да? Антона, не помню фамилию, он нам очень помог, хороший адвокат. Сделал свою работу отлично, он приехал и в том числе помогал нам делать то, что мы делали, а именно спасать эти улики. Я никак по-другому это не могу назвать, потому что если бы мы их оставили, то понятно, что с ними не произошло бы ничего. Их бы сожгли, уничтожили, испепелили и выкинули куда-то на свалку. Как это, в общем-то, произошло со всеми анализами Алексея? Если в больнице не смогли в анализах Алексея найти этот самый новичок, который, ну не знаю, просто у него, наверное, бурлила кровь от количества яда, то уж, конечно, на бутылке, которая не была, как я понимаю, по словам немецких экспертов, источником отравления, она была просто бутылкой, из которой он попил после того, как был отравлен. То есть, да, соприкоснулся с слизистыми и оставил там следы на этой бутылке. И если врачи омские не нашли никаких следов отравляющих веществ, боевых отравляющих веществ в организме Алексея, то и, конечно, ни на какой бутылке они бы это не нашли. И то, что мы вывезли, смогли спасти часть предметов из номера, включая вот эту самую бутылку, это супер важно, потому что в России никогда бы никто ничего не нашел, и мы бы сейчас были в той же самой ситуации, в которой сейчас, только еще и не понимали бы, где произошло отравление Алексея, потому что бутылка, она достаточно здорово локализовала это самое место, где было отравление. По времени именно. По времени, именно по времени, потому что она была в номере. Как мы до этого считали, Алексей был отравлен где-то на пути в гостиницу, на пути в больницу. Вот и все, шахмат. Раскрыта тайна отравления Алексея Навального. Почему? У него, наверное, потому что вот, бурлила кровь от количества яда, то уж, конечно, на бутылке, которая не была, как я понимаю, по следы словам немецких экспертов источника отравления, она была просто бутылки, бутылка, из которой он попил после того, все. Как был тайна отравлен. То есть, да. Раскрыта. Отравили боевым веществом новичок. То, что Скрипалям подурновело, и потом они 6 месяцев в себя приходили, и последствия были совсем другие. Да то фигня, то другой боевичок. Это другой, это уже модифицированный. Он 2020 года, поэтому он не такой сильный, как прошлый новичок. Почему нет? Глупые, глюпые ФСБшники. Возмущение Георгия по тому, что полиция не захотела показывать им камеры видеонаблюдения, а полиция отдала, очень странно, вот очень странно. Я не понимаю, вот как так негодяи в гостинице вот не показали им, как так?
Ну, обычно всем показывают. Вот вы приходите, вот, и говоришь, покажи мне вот эти камеры, я хочу посмотреть, что у вас здесь происходило. Не-не-не, эти, дай мне эти записи. Ну, так оно обычно и бывает. Ну, у вас же так. Вот. И у них так. Все правильно говорят. Я не понимаю, почему милиция не отчитывается Георгию. Вот что за фигня? Вот она же должна была отчитаться, полиция должна была отчитаться Георгию. Чего там? Там ничего не происходит. Он волнуется. Они ни хрена не делают. Как так? Я не понимаю. Ничего не получится. Вот если не отчитаются Георгию, ничего не получится. Нужно, чтобы отчитались. Он об этом сразу им говорит. Все же видно и очевидно. Они что-то ему и видео не показывают, и то не делают. Вот и все. Все понятно. Не бутылка была отравлена, а Алексей был отравлен. И некоторые СМИ понесли чушь и говорят неправду, откровенную ложь. Алексей был отравлен, и он дотронулся до бутылки. Поэтому на ней остались следы новичка. Ну, ребят, если бы там были следы новичка, то вы должны были знать, что вам надо искать следы новичка. А откуда немцы знали, что нужно искать? А в других лабораториях откуда они знали, что нужно искать? Вот обычно ж так, ты же приходишь с отравлением, тебе плохо становится, берешь анализ и говоришь, слушай, поищи мне, пожалуйста, новичок там, не траванули меня новичком? Именно так, никак по-другому. Я уверен, что тайна отравления Алексея раскрыта, видео полное, очень всеобъемлющие, все нам разложили по полочкам, показали где, как, когда, СБУ, что, где, когда, но ФСБ его травануло и не хотят ни расследовать, ни признаваться, и еще и полиция там ничего не показывает им, негодяи, так жить нельзя, я абсолютно согласен с этим. И хочу услышать от вас, что вы думаете по этому поводу. Я понимаю, что не модное мнение. Я понимаю, что это мнение идет вразрез с Россией будущего и с Навальным Лайв. Но тем не менее, то, что я вижу, вижу невооруженным глазом. Оставляйте комментарии, ваши подписки и лайки на мой YouTube канал. Всем всего доброго. Peace. Честь имею.